Кроме того, будут организованы фотозоны из сердец и декоративных элементов с фотографом. В первой половине дня в парке «Наташинские пруды» откроют мероприятие, концертная программа и флешмоб. В завершении в Центральном парке культуры и отдыха пройдет беспроигрышная лотерея. Валентинов день на «Наташинских прудах» начнется в воскресенье в 12 часов, в Центральном парке в 15 часов.